Инвестиции в Украину упали вдвое. За 6 месяцев в страну зашло чуть больше 2 миллиардов долларов. Объем иностранных капитальных инвестиций в Украину в январе-июне 2017 года составил 2 миллиарда 343,8 миллионов гривен, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Такие данные без учета оккупированного Крыма и Донбасса обнародовала Государственная служба статистики, Госстат. При этом инвестиции из госбюджета выросли в 3 раза, до 2 миллиардов 639 миллионов ГРН, из местных бюджетов выросли в 2,1 раза, до 7 миллиардов 853,8 миллионов гривен. Объем средств населения на строительство жилья увеличился на 15,2% и составил 13 миллиардов 854 миллионов гривен. Общий объем капитальных инвестиций за январь-июнь 2017 года составил 155 миллиардов 80 5,1 миллионов ГРН, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Весомую долю капинвестиций, 96,2% общего объема, освоено в материальные активы, из которых в здания и сооружения, 41,1% всех инвестиций, в машины, оборудование и инвентарь, транспортные средства, 37,2%, в нематериальные активы вложено 3,8% общего объема капитальных инвестиций. Ранее в Госстате сообщили, что в Украину инвестиции поступили из 65 стран. По материалам сайта newsgro.com.